А почему же мы ушли в закрытое пространство? Мы — это я. Всегда ты я. Я начинаю говорить мы. Говорит, ты мыкаешь. В общем, людям не нравится, что часто говорю ли я, говорю ли мы. В любом случае, это не нравится людям. Итак, почему же мы ушли? Потому что не только будут обзоры, анализ и прочее, будут сделки, возможно, прямые трансляции. А будет рассказываться детально портфель фонда, пропорции, почему, как, какие мысли. Сегодня мы обозревали компанию Edmar Shipping, и мы торговали в ней. И, допустим, я объясняю, почему здесь после входа не было перезахода, почему здесь не вышли. Просто потому что суммарный объем вот этих вот входов, он был очень невелик. Смысла просто не было продавать здесь часть, хотя здесь и была средняя, да, хотя и была средняя. А когда уже ушли на более сильный сигнал по 15 минуткам, то уже осуществлен был тройной вход, начали расти, не достигли среднюю, но начали каждую сделку в отдельности завершать в плюс. То есть расставили заявки, и если, может быть, расставили их чуть раньше, хватило бы ликвидности. И сразу и вторая заявка бы тоже исполнилась. Но выходим частями для чего? Именно цель простая, чтобы если пойдет на дивергенцию, здесь может часто на 15 минутах ходить на дивергенцию, то перезайти эти выходы. То есть еще улучшить позицию по сделке. То есть на самом деле позиция будет лучше даже, чем показывается средняя. Давайте заодно, раз уже делаем ролик, покажем, что у нас по 3 минуткам. По 3 минуткам у нас не было ни одного выхода в положительную зону. Вот на вот этом вот участке выхода в положительную зону не было. Мы сыпались здесь на вершинке, можно было перезайти, ну просто был очень еще маленький объем по позициям. А тройной вход примерно вот с средней этого входа где-то здесь. Потом отдельно эти два хода мы выходим. Кладем немножко долларов в карман. Для чего? Растем дальше. Нам еще третью нужно продать где-то на средней. А эти сделки будем уже продавать там значительно выше. Как бы компанию мы обозревали, ничего такого там сверхвыдающегося нет. Плюс она может пойти ниже, потому что в принципе у нее такое. Прибыль вокруг нуля крутится. Единственное, танкеры очень новые, да, и возможно рента вырастет, то есть никто не знает, как быстро и куда она улетит, потому что поэтому мы играем ее технические уровни у нас на всех различных этих моментов оформлены, как говорится, по-моему, на 6 часах, да, на 6 часах мы рисовали основную квартиру, то есть мы считаем, что условное дно и очень важный уровень для работы отрабатывать вот эти вот все движения, отрабатывать вот эти вот движения находится между тремя 70, и более широкие движения отрабатывать у нас находится вот здесь. Выход в следующую зону считается счастьем, к 7 распродаем последнее и про компанию забываем. Если какое-то ниже 2 обновления новых минимумов, то уже надо полностью анализ фундаментальный пересматривать, смотреть, почему туда снизились, и если ничего страшного нет, делать хорошую позицию, потому что потом снова будет заход, значит, в эту зону, и тогда может быть зона, она как-то сдвинется, то есть она будет вот такая, вот здесь вот начнутся широкие движения, на которых очень можно будет долго и муторно зарабатывать, как мы зарабатываем, скажем, сейчас деньги в Nordic American Tankers, да. То есть уровни просто немножко корректируются, исходя из движения, и дальше зарабатывать. Пока мы отрабатываем технический шаблон. Технический шаблон, смотрим, что по часу. По часу мы начали. Вот чистый был вход, мы зашли, вышли. Вот он, чистый сигнал. Сигнал продолжения тенденции начинается. И вот она, точка выхода. Идеально точная точка выхода, потом стали валиться вниз, потом непонятный цвет мы секретно увидели, такой типа беги, бей, беги, сдавайся. Ни разу в положительную зону и по часу на этом этапе мы не вышли, все так сказать, валимся, да. Но здесь у нас образуется такая вот длинная, если здесь позеленеет и потом выйдет в положительную зону, значит это будет дивергенция, вот такая длинная растянутая дивергенция, но мы работаем в основном короткие дивергенции по 6 часам. Сходная картина, только валимся от самого верха вот здесь. Здесь был вот такой вот сильный, пресильный
Сильный пресильный дивер был. Потом свалились по 6 часам. Чистый переход света вниз. Сигнал продолжения тенденции. Зацепились. И уже в положительную зону выйти не смогли вот этим рывком. Рухнули дальше вниз. Так сказать. И пришли к более сильным уровням. Теперь здесь зазеленеет, так говорится. И тогда мы начнем расти. То есть мы пока находимся в процессе покупки. Но отрабатываем локальные движения. По крайней мере 15 минутку. Как вы видите, мы отрабатываем четко. Ждем сейчас здесь дивера по 15 минуткам, тогда будет рост. Если, ну, потому что уже и в принципе до выше средних отпадали значений. Если дальше будет, как говорится, пробой, так сказать, каретки, все пойдет вниз, то будем уже ориентироваться на час, смотреть, как тут углубляются линии, дойдем ли мы на нашей желтой линии, чтобы уже серьезные позиции делать. Посмотрим, насколько нам удастся опустить среднюю. То есть мы находимся в нормальном состоянии, уже понимаем, что, казалось бы, мы были высоко, но если уже мы от 3.70 сделаем какую-то среднюю, 3.90, и дождемся хотя бы уже потом в течение какого-то времени вот этих уровней 4.90, вот это уже будет доллар прибыли, когда доллар будет расти. Мы этот доллар будем распродаваться. Так как все равно никто не смотрит, то я увожу весь этот контент просто на сайт. Все, кто там уже пользователи, пожалуйста, смотрите. Кто будет новый подключаться, чтобы видеть, потому что я буду добавлять уже. Информация будет частенько мелькать здесь по объемам, там, по суммам, по пропорциям. И более она будет детальная, так сказать. Я буду уже менее сжат в своих высказываниях. Буду высказывать более открыто, потому что будет тройным замком контент закрыт. То есть он уходит в черный интернет. Он уходит даже с открытого YouTube. Он подконтрольный. Я вижу, кто это смотрит. Смотрит тот, кто, во-первых, смог купить подписку. То есть это физические лица. Я смогу оценить, стоит ли вообще разглагольствоваться. А то, может быть, я какую-то информацию выдам, говорят, ты всех великих знаешь. Может быть, я где-то буду болтать что-то про великих. Это же все равно будет закрытая ссылка обвинить меня в том, что я кого-то пропиарил. Наверное, будет очень сложно. Всего доброго, спасибо за внимание.